когда посидишь и порассуждаешь вообще над всем тем, что происходит. И я села, говорю, думаю, ну как это так? Вот на Новый год я не увижу. А потом я сижу и думаю, а ведь этого Нового года могло не быть для нас с ней. То есть ее просто могло не быть в живых. Она могла оказаться в тюрьме, а не в реабилитационном центре. Ее просто могло не быть. Я бы просто могла в этот день разговаривать с ее могилой. И столько уроков мне преподал Станислав Викторович. Я так благодарна. Вот я вас очень прошу, вот берегите каждый день его. Вот просто говорите ему достаточно часто о том, что вы ему благодарны, говорите ему спасибо. Потому что... Ну, возможности ему звонить, я понимаю, он очень занятой человек, я ему не так часто звоню, потому что мне просто страшно его отвлекать, потому что я понимаю, на нем женский центр, на нем мужской центр, на нем столько дел, на нем общественная палата, до такой степени на нем дел, и поэтому отвлекать его я даже боюсь, но я каждый день за него молюсь, я каждый день просыпаюсь и благодарю за то, что в нашей жизни есть он. И что вот сколько он для нас сделал, для нашей семьи. А таких семей их за, ну почти сколько? Почти 20 лет, да? Ну сколько там? 20 лет. Почти за, ну, за 20 лет сколько таких семей, которые каждый день просыпаются, благодарят Господа, что в их жизни появился этот реабилитационный центр и Станислав Викторович.